лучший фильм. Для вручения призов этой номинации мы приглашаем на сцену председателя жюри Владимира Хатиненко и, и губернатора Омской области Виктора Ивановича Назарова. И Ефима Сергеевича Михалкова. Одна традиция точно, мне кажется, свежей, поскольку фестиваль движений, здесь приходится за микрофоном бегать. Я этого детей не встречал. Так призы подносят, а тут микрофон к призам, это действительно... У вас отдельная сцена зарплата. Да, но это мы свежаем. Значит, я не помню ни одного случая, чтобы вот председатель жюри выходил на сцену на заключительный вечер и говорил, мне жюри крайне не понравилось, вообще все это было крайне омерзительно. Но это тот случай какой-то. Был один момент, когда мне мелькнула такая мысль, но это я делаю, я даже не могу уйти со сцены, когда этот случай рассказывать. Он усугуболичный. Но правда. Я благодарен вот этой компании, когда все почерпнули, вышли на сцену, и всех вы уже прекрасно представляете, видите. Вот. И правда, это действительно редкий был случай. Мы довольно долго мы заседали, но как раз для того, чтобы принять какое-то достаточно взвешенное, мудрое решение, чтобы постараться никого не обидеть, кого-то поддержать. И не то, чтобы раздать всем сестрам по серьгам, но... попытаться быть достаточно точными, даже трудно сказать объективно, это все равно субъективно, мы живые люди, мы можем ошибаться или не ошибаться. Тем более я перед этим фестивалем зарекся, я не буду нигде председать, никаких жюри, ничего. Есть один виновник, даже два этого, что я здесь присутствую. И я сказал, потому что есть возможность поддержать именно. Вот именно поддержать. А критерии, как я сказал, говорить сложно. Потому что все равно субъективное дело вообще-то, жюрение. Но мы в конце концов решили, что все равно, значит, фестиваль движения, фестиваль дебютов. Поэтому мы все-таки решали в первую голову, ставили именно молодость, именно вот это некое новаторство, некий такой энтузиазм, потому что ну, организаторы поставили нам задачу чудовищно сложную. От невероятного фильма «Белый день», снятого на сугубо энтузиазм. Вообще это явление, я предлагаю попробовать, потому что все-таки запретили. Это невероятное явление. Мы даже довольно долго придумывали эту формулировку, но это правда невероятно. И мы видели и слышали, как принимали это зрители. До подобного. До фильма, который просто за скобки выносится, потому что это мощнейшее произведение. Кстати, результат вот... политики, стратегии студии 3D, в которой я сам работал, поразительная способность студии, возглавляющей еще Ленина Верещагина и Никиты Михалкова, именно стратегии кино, когда их фильмы узнаются по осмысленности, потому что они сделаны для людей, потому что там всегда есть та идея, которая нас должна отнять, которая невероятно важна сегодня, сейчас для России. Это мое глубочайшее убеждение. Поэтому задача чудовищно сложная. Но, в конце концов, мы после довольно долгого, для такой единой группы, которой я чрезвычайно благодарен просто, это все равно мы достаточно долго заседали, могли закончить достаточно быстро. Мы приняли то решение, которое мы должны сейчас огласить. Но перед тем, как огласить музыкальный номер, значит, я хочу отдельно от себя Эдуарда Артемьева поздравить, потому что я его тоже знаю много-много лет. И много-много лет тому назад, когда только вышел фильм «Тибериада», был какой-то день рождения на Никольной горе, Михалкова, знаете. Мне нужно было на электричку поздно, дело позднее, вечер, на электричку. Вот. И Никита Михалков, который уже у него Кочеловские мы выпили много уже, но он повез меня на электричку. И я до сих пор, прошло много-много лет, но я до сих пор помню, мы едем по дороге, высвеченным только фарами,
И пам па 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 пам па 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 пам пам пам. Вот какое это было вчера. Вот это восхищение движения. Невероятное совершенно. Мне можно оглашать? А вы знаете, я всегда говорил быстро, я стеснялся. А сегодня... Значит, у меня убедительная к вам просьба отреагировать хорошо на мое объявление. Оглушительно, презентно. Иначе фильм «Без кожи» Владимир Бяк. Владимир Бяк, лауреат Гран-при. Еще раз здравствуйте. Это, к моему удивлению, снова я. Я вот все сидел и думал, как жалко, что я не успел из-за волнения первый раз на сцене поблагодарить организаторов фестиваля. И думал, жаль, что мне не предоставится больше возможность, наверное, на сцене сделать. И вот, спасибо еще раз, туристы, предоставили возможность поблагодарить фестиваль за то, что вы дали шанс нашему фильму, нашей команде быть увиденными зрителями. И спасибо огромное жюри за то, что в нас поверили. И я невероятно благодарен. Спасибо моей творческой группе, которая участвовала полностью в авторстве фильма. Это не мой фильм, я не могу так сказать. Это фильм, авторами сценария которого являются и оба артиста, и оператор этого фильма. Спасибо. Спасибо вам огромное. Губернаторский приз. Специальный приз от правительства Омской области. Мы вручаем, Володя, тебе картину. Музей Врубеля сегодня лишился ее, конечно, но мы понимаем, что она переходит в хорошие руки. Дорогие друзья, вы знаете, сегодня с этой сцены, сегодня в этот миг, в этот момент звучали только слова благодарности, звучали слова спасибо, огромное спасибо. Ну, спасибо, наверное, от всех. Я, конечно же, присоединяюсь к этому спасибо и хочу вам всем действительно сказать еще раз спасибо вам, тем, кто готовил этот фестиваль. Те, кто участвовал в этом фестивале. И, конечно же, нашим мечам, которые тепло его принимали. Спасибо вам огромное. Вы знаете, эти 5 дней Омская область исходила с новостных новостей. Везде звучал Омск, Омск, Омск. Потому что для нас, конечно, это важно. Поэтому фестиваль движения, он нужен нам. Он будет у нас. И мы рады его видеть всегда у нас. Вы знаете, мы специально сделали такую, наверное, фишечку, чтобы этот шар покатился. Он символизирует движение. Поэтому это все было запланировано. Спасибо вам, с праздником вас. Ну что же, триумфатор фестиваля движения, режиссер Владимир Бек и лучшие люди города Омска и российские демократы. Спасибо большое.